Сегодня с помощью MD-флешера будем делать блок аэрбэгов. Это Kia Picanto, 19 год. На борту у нас Renesas. Подключаем к адаптеру Denso. Разъемчик. Провода в этом случае не должны быть слишком длинные. Имейте в виду. Лучше, если они будут до 12 сантиметров. 12, не более. Значит так, по этому хелпу мы соединились. Процессор у нас называется 193. Так, открываем 193 процессор. Вот у нас процессор 193. Значение кварца выставляем 16 МГц. Включаем 3-вольтовое питание, которое идет сюда, на адаптер. И нажимаем чтение. Сейчас у нас читается D-Flash. Так, сохраняем файл. Все, D-Flash у нас прочитано. Теперь читаем CF-Flash. Так, CF-Flash прочитан. Также сохраняем. Также сохраняем на рабочий стол рядом с нашими дампами. После чтения и сохранения файлов мы будем пользоваться сторонним калькулятором. В предыдущих видео я говорил, что это за калькулятор. И если вы скажете, что
моего канала, то после 100 накопленных токенов Владимир, администратор, вам добавит еще 10. Так что пишите, что с моего канала, ему в личку. Значит, нам нужно выбрать блок. Наш блок называется, ну, Kia Picanto, конечно. Наш блок называется 95910G6050. Выбираем вот эту строчку. Загружаем D-Flash из папки Kia Picanto. Вот он пишет: обнаружен краш. Нажимаем очистить. Скачали новый файл. И теперь нам остается его залить назад. Это только одна из ступеней работы с этим блоком, потому что здесь еще имеется EEPROM, который надо будет выпаивать и также через калькулятор чистить краш. Итак, включаем 3,3 вольта. Открываем D-Flash. Нажимаем запись. И выбираем почищенный дан. Все, запись прошла успешно. Как видите, скорость возросла по сравнению с прошлой версией. И теперь будем программировать EEPROM. Итак, переходим ко второму этапу чистки краш на этом блоке. Нам нужно выпаять микросхему. Так, микросхему выпаяли. Выбираем микросхему 95512. В нашем случае вот она, 64 килобайта. Файл удачно сосчитали, теперь надо его сохранить. Сохраняем также на рабочий стол. Открываем наш любимый калькулятор HexGuru. Выбираем блок 95910G6050 и 95512. Вот наш файл. Загружаем. Обнаружен краш.
скачали новый файл. Нет. И теперь остается нам его залить. Теперь осталось запаять на место микросхему и поставить блок в машину.